Не так я представлял свой первый день на работе. Спрятаться в полицейском участке. При необходимости там вы получите продукты питания и медикаменты. Что-то здесь не так. Назад, сэр! У меня все в порядке! Что за... Я тебе дал приказ, новичок. В первую очередь, спасайся сам. Здесь кто-нибудь есть? Господи. Они тут повсюду. Помогите мне, пожалуйста! Ради всего святого. Эй! Здесь кто-нибудь есть? Эй! Эй, расслабься! Какого хрена ты тут делаешь? Так, все, ты арестован. Вот же сукин сын. Да успокойся ты. Не подходите, сэр, у меня все в порядке. Офицер, вам нужна помощь? Что ты делаешь? Отвали! Нет! Да отстань от меня! Боже мой! Деньги на моем счету. Все отлично. Внимание всем жителям! Введено чрезвычайное положение. Не повторяй моих ошибок. Если увидишь одну из этих тварей, в униформе или без, не мешкай. Я постараюсь спасти этот город. Я удивлена тому, как далеко ты зашел. Подготовлена эвакуация. Выживание — это уже твоя забота. Вот дерьмо. Ты поможешь мне? Конечно. Удивительное проявление силы. Мы не хотели, чтобы так все получилось. Он идет! Он возвращается! Обитель зла 2. В
В январе 2019-го. PlayStation.